Мы это делаем, то, что мы сейчас покажем, называется импровизационное дирижирование. И вообще говоря, это очень серьезная, достаточно серьезная техника. Есть несколько человек, которые очень серьезно, очень последовательно разрабатывали с разных спецификов подобного рода системы дирижирования. Известна система Буча Морриса, известна система Sound Painting, которые пользуются академическими музыкантами. У нас все несколько попроще. Я сейчас покажу, как это делается. Есть два параметра. Что такое параметры, вы знаете, да, это громкость и высота звука. Высоту звука я показываю таким образом, да, вот здесь наверху мы поймем. Это понятно всем, да? А громкость регулируется таким образом. Если вперед это громче, если назад это тише. Сейчас мы это сделаем с участниками лаборатории, одну песку, а вторую песку сделаем себе и сделаем. Окей? Thank you.
двигаться вперед, чтобы друг друга видеть. Сочетание. Два льда и кита. Ну да. Один только сочетается с одного, второй просто. Thank you.
одну довольно долгую пьесу, в которой вы также можете принять участие, только по всему. А эта пьеса используется в тренингах по импровизационной музыке в достаточно большом количестве мастер-классов, семинаров и так далее. По-английски это называется mutable rhythm, то есть изменяющийся ритм. Мы это будем делать, я сейчас сразу раскрываю все секреты. Мы это будем делать следующим образом. Сначала мы пойдем вот с этого края на этот раз. Сначала мы формируем некий риф, некое остинато, некую повторяющуюся ритмическую фигуру. Когда мы проходим полный круг, первый человек с этого края начинает этот риф менять. Вы услышите эти изменения. Когда мы идем на третий круг, каждый из участников сыграет соло, которое будет поперек звучащего ритма. А вот в самом конце подключитесь вы. И как это будет, вы сами увидите. Окей. Я начну. Первый круг, второй, третий, и потом спустя. Thank you.
Спасибо. Спасибо. Если кто чувствует силы и желание, вы можете к нам присоединиться. В середине сентября мы возобновляем наши занятия. И если кому интересно, 29 мая в рамках фестиваля Организации молодых композиторов «Молот» здесь в час дня будет мастер-класс одного из виднейших представителей российской традиционной музыки Сергея Летова. И в 6 часов будет концерт. Если кому интересно, приходите. Да? 5 все-таки концерт, да? Окей, а в час мастер-класс, правильно? Да. Хорошо. Очень рекомендую вам прийти, равно как и 30 числа на мероприятие, которое будет организовано, будет проходить уже в филармонии. А теперь еще раз я хочу вам представить. Встаньте, пожалуйста, народ, чтобы вас лучше рассмотрели. Это Сибирская лаборатория традиционной музыки. Они работают для вас.